Все сегодня по высшей марке. Сейчас выходим за мороженку. Там просто великолепная, такая самая настоящая полноценная метель. Ну вот, например, смотрю я, смотрю на эту цифру. А знаете, что я еще любил делать в детстве? Вот все щупать. Каждый материал. Понимаете, я не знаю, было ли это у вас. Вообще из меня вырос порядочный фетишист, я бы сказал. Мне кажется, что я самый большой фетишист на планете. Ну а как же? А как же? Грабить? Так банк. Спать? Так с королевой, друзья мои. Как же иначе? Фетишист самый большой. Имеется в виду привязанность, любовь к предметам. Не то, что вы подумали. Хотя то, что вы подумали, это тоже. Все включено. Короче говоря, как это сказано, за... Кстати, я иду за мороженкой, между прочим, я уже вам сказал, нет? Отлично. Отлично. Знаете, еще какая мне идея пришла в голову? Что я сейчас еще куплю себе хлебушка Дарницкого и буду проводить вечер с великолепной корочкой ржаного хлеба, с секретными материалами, со всеми своими книгами, и плевать на все, на то, чего я в жизни не достиг, на то, кем меня считают окружающие, на все наплевать. А это вот у меня тут какая-никакая арка. Опа, чуть не упал. К аркам у меня тоже особая любовь.